Радио «Вера» представляет. Сегодня праздник Андрониковской икон Божией Матери. Андрониковская икона Божией Матери была родовой святыней греческого императора Андроника III Палеолога. По преданию, ее написал апостол и евангелист Лука. Богородица изображена на иконе по плечи, без младенца Христа. Известно, что в 1347 году Андроник подарил образ греческому Монимфасийскому монастырю. Икона находилась там до начала XIX века. В 1821 году на Грецию напали турки. Они попытались осквернить икону. Один из солдат вонзил в икону нож. Удар пришелся на шею Божией Матери. Каково же было изумление нападавших, когда из раны выступила настоящая кровь. Настоятель монастыря, епископ Агапий, попытался спасти чудотворный образ. Он передал икону родственнику, русскому генеральному консулу Власопулу, а тот выслал святыню в Москву. С 1839 года почти 30 лет образ пребывал в Зимнем дворце. В 1877 году икону перенесли в Казанский женский монастырь близ города Вышний Волочок. В нижней части иконы был приделан футляр, в котором хранился тот самый кинжал, пронзивший икону. В 1984 году Андрониковская икона Божией Матери была украдена. Но существует множество чтимых списков святыни.